Ну что, мне кажется, что вход в секретную гробницу, он где-то здесь, слева. Да-да, ты прав. Ах, говнище. Шо? Да, путь заблокирован, видимо, нам нужно искать путь в обход. Чё? Ну, путь заблокирован. Ты о чем говоришь? Путь блокирует упавшее дерево, поэтому я думаю, нам нужно идти в направлении водопада. Подожди, так что ты имеешь в виду, путь заблокирован? Ой, извини. Когда я говорю, что путь заблокирован упавшим деревом, на самом деле я имею в виду, что путь заблокирован упавшим деревом, Роуэн. Где? Вот. Прошу прощения, ты сейчас говоришь про вот эту миниатюрную бревняшку здесь? Целое дерево, которое упало и блокирует путь. Да, я о нем. Ты серьезно? Извини, каким же макаром оно блокирует нам путь? Я серьезно? А ты серьезно? Каким макаром? По-твоему, мы должны преодолеть это, Роуэн? Ну, не знаю, Бен. Может быть, просто переступим его? А, да. Да-да-да. Да. Мы просто возьмем и переступим упавшее дерево, ведь каждый может так сделать. Нет, подожди. Придумал. Моя идея намного круче твоей, Роуэн. Почему бы тебе просто не пердануть так сильно, чтобы подняться над этим лесом и пролететь нахрен его? Я не понимаю, почему ты снова ведешь себя как кудрявый хрен, Бен. Это всего лишь маленькая бревняшка у нас на пути. Это максимум. Легенькое неудобство. Роуэн, отрасти мозг. Любой долбанат знает, что физически невозможно перешагнуть дерево, которое блокирует путь. Неужели так сложно понять? Я только что понял, Бен. В детстве тебя сильно уронили. Теперь ты идиот. Знаешь что, насрать. Я докажу это тебе. Вот прямо сейчас докажу тебе. Вот давай. Твоя миниатюрная бревняшка. И сейчас я просто сделаю миниатюрный шажочек через нее. Супер. Ну я пошел. Да, удачи, дебил. Шо, утерся? Нет, серьезно, Роуэн, это невозможно. И если честно, тебе не надо шутить с этим. Заткнись. Так, Роуэн, серьезно. Ты играешься с силами, которые не понимаешь. Брось ты это. Как? Как ты? Ха-ха! Соси бревно! Роуэн, осторожно! Роуэн, оу! Как это?